Югорские нефтяники будут проводить восстановительные работы на водных объектах по установленным нормативам. Такое решение сегодня приняли на заседании правительства округа. Его провела Наталья Комарова. Ликвидация последствий разливов нефти считается завершенной при достижении определенного уровня осадков на дне водоема. Над формированием таких нормативов в Югре работали около 4 лет. Теперь предстоит совместная работа с компаниями по инвентаризации водных объектов, которые требуется восстановить. Создаем условия, когда появляется регулятор, который говорит, до какого надо заложить в проектах, до какого количества содержания нефтепродуктов должны довести после выполнения работ. Это появляется четкая оценка для контролирующих органов, которые будут принимать эти водные объекты.